Приветище! Мы продолжаем играть в игру «Привет, Сася...» стоп. «Привет, гость». Это ранее-ранее Альфа, «Привет, гость», от создателя игры «Привет, сосед». Ну и как бы тут тоненькой ниточкой проходит сюжетная линия от «Привет, сосед», «Привет, гость». Некоторые говорили, что, возможно, Ворон — это и есть сосед. Сегодня мы будем играть за девушку. Девушку-охранницу. Ну что, погнали, хватит уже болтать. Оо. Нифига себе, у девчонки машина есть. А у Сачи на лесопеде катался. Она еще и толкнула тачку, чтобы завести. Суровая тетка. Ты видел, тачка там, по-моему, в болоте утонула. Блин, а деваха-то крутая. Не то, что тот неуверенный усач. Ого. Вот это поворот. Ключики. Три ключика у него висит. Ворон такой. Ты чё приперлась? Тебя никто не ждал. А, подожди. То есть тетка приехала после того, как сюда усач зашел. Вон оно что. У нее такая же карта, как у усача. Пошли, короче, на вахту. А это что такое? Какой-то стакан, который подогревает огонек. Что тут за сверхъестественное происходит? Бегу, бегу. Сейчас отвечу. Алешенька. Чувак, ты наверняка забыл подписаться, так что опустись вниз под видео и подпишись. И не забудь поставить свой лайк. Кстати, в прошлый раз мы вершину горы так и не проверили. Надо будет восполнить наш пробел. Мы были слишком заняты... Ну вот, бумажку потерял. Ну ладно. Мы слишком были с тобой заняты тем, что отгоняли маленьких вандалов. Еды нет, как обычно. Вода не работает. Сейчас проверим еще тут ящик. Да хотя навряд ли тут что-то будет. О, в этот раз этот ящик закрыт. Этот ящик усача. А это мой ящик. Ящик девочки. Все понятно. Смена усача закончилась. Он отправился домой. А на замену его приехала эта девушка. Все стало ясно. Так, мы сейчас с тобой возьмем огнетушитель. Посмотрим, что по времени. О, еще день. Еще день. Хотя нет, не день. Опять эта молния. Что-то как-то быстро все закончилось. Ну ладно. Значит, нам нужно попасть как-то на вершину. Блин, я никогда не замечал, что тут огромный дом над всем этим парком. Ты глянь, вон там внизу парк, а над ним здоровенный дом. Так. Я слышу, что тут кто-то ломает уже дома. А-а-а, проказники. Где мой фонарик? А ну пошли вон отсюда все, а зазранцы, а да-да-да-да, сейчас всем сделаю. Погнали отсюда, ребят, погнали. Шушера мелкая, тут всякая бегает. Че это вы тут анархисты делаете, а? Давайте ползите отсюда нафиг. Нафига себе ты скалолаз, слушай. В стеночку убег. Копперфильды. Через стенку они тут лазят, понимаешь ли. Ну че, я вроде бы всех шуганул. Вроде бы тут никого нету. Все шикарно. Так, а я хочу... Вот еще один стоит, проказник. А я хочу понять, как мне попасть на вершину. И про какую... О, там вот слез кто-то, смотри-ка. Ага, ты прибежал, а я тебя сразу нашел. Так, во! Смотри-ка, здесь есть подъем. Мы залазим наверх. Походу, в тот самый домик, который над всем парком. Ну же, вот так вот. И что мы тут найдем? Что мы здесь имеем? Двери. Две двери. Закрыто. Закрыто. И как мне туда пройти? А, во. Тут есть какой-то проходик. Дырявые крыши всякие. Ага, проходик. Тут тупик. Что у нас по времени? Только самая ночь началась. Самый сок. Опа. Можно пролезть тут? Там он что-то мешает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то я схватил. Что это такое? Это генератор. Нифига себе, что я нашел. Прикольно. Так. Кстати, глянь, сколько у нас бабла. 1200 евриков. Девушка, ты побогаче будет, чем усач. Усача тогда было 400. О, ништяк. Походу, это рельсовый аппарат.
похоже на фуникулёр. Прикольно, а можно на нем покататься как-нибудь? Никак я на нем, походу, не покатаюсь, потому что попасть я могу только через те двери сюда. Блин. Ладно, зато я нашел генератор. Это очень много чего стоит. Спускаемся, пойдем гонять вандалов. Опа! Ворон пришел. Кстати, также в комментариях писали о том, что этот парк принадлежал соседу. Ну, то есть соседу. И он здесь работал. Здесь играли его дети. И, по всей видимости, после того происшествия с детьми и женой, он отсюда ушел. И вот парк практически сейчас разваливается. Вот такая вот ситуация в жизни бывает. Сколько у вас тут много-то, а? А ну пошли отсюда, шелупонь. Вандалы мелкие. Блин, фонарик сдох. Батарейку надо будет прикупить. Мне остается только подбегать к вандалам и щелкать фонариком. Эй, я тебя вижу. Не перди мне тут. Вот так вот пощелкали фонариком, и он испугался моих щелчков. Ну что, все там нет? Блин, как долго. У меня чертовски любопытно, что же в этой коробке. Вдруг там не генератор, а? Давай достанем и поставим сюда. Нет, это все-таки генератор. Ну шикарно, шикарно же. Мне не придется его покупать. О, я поставил здесь генератор, и лампочка загорелась. Или от чего-то другого она загорелась. Пошел вон. Все, лампочка потухла. А, она загорается там, где что-то ломает. Все понятно. Вот лампочка опять загорелась, значит тут кто-то что-то ломает. Ага, спалился. Давай, беги отсюда. Ну что, вроде бы все уже. Все. Уже день наступает, ночь уходит. Солнышко. Это солнышко или луна? Блин, как оживленно в парке. Ты посмотри, сколько тут вандалов ходит. И никто не боится меня. Офигеть. Что происходит? Парк еще закрыт. Какого лишь вы здесь бродите? Деньги мне за проходик. Быстренько все собрали. Время моей смены подошло к концу. Ох, какие у меня часики крутые. Все, парк открыт. Можно сваливать домой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ущерб от вандалов минус 31. То есть мы неплохо с тобой справились. 600 баксов заработали. За вычетом ущерба 569 евриков мы заработали. Идем в магазин. Так, так, так. Обязательно, обязательно мне нужен фонарик. Это что такое? Будильник, который нельзя снять. Мне нужен фонарик, чтобы работал. А для этого нужно купить батарейки. Вот они, батарейки. Возьмем парочку. Отлично. Так, мне еще также понадобится веревка. Хотел давно купить веревку. У нас есть генератор, поэтому нужно купить лампочку. Лампочку купил. Провод обязательно, чтобы подключить лампочку. Так, чаечек возьмем на всякий пожарный. Вдруг мне будет страшно. Камеру обязательно, даже две камеры. Две камеры больше не могу взять. Все, походу, у меня все битком. Конечно, надо было бы еще топливо взять для генератора, но... Эх, может быть, что-то оставить, а? Давай одну батареечку оставим. Вот так вот, обратно ее положим. А камеру возьмем. Я бы еще камеру взял. Ладно, давай еще чаек оставим. Потому что этой ночью меня даже никто не побеспокоил. Я даже не волновался. Поэтому две камеры возьмем. Че, в принципе, все. Я вооружен. О, три камеры взял. Три камеры — это даже к лучшему. Выходим из магаза. Берем, значит, веревку, и нужно ее затестить на чем-нибудь. Как, куда? Куда я могу эту веревку прицепить? О! Я прицепил веревку, и что мне это дает? А если я ее к ворону попробую привязать? Ой, стой, 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 мне надо тебя отвязать. Мне надо тебя отвязать. К ворону, интересно, ты привяжешься, нет? Нет, к ворону она не привяжется. А к дереву? А, тут, блин! Ай, засранец, а! Так, веревочку надо забрать обязательно. Вот так. Берем, значит, фонарик. Вот и страх. Волнения у нас поднялись. Надо быть очень осторожным. Короче, каждый день, чем дольше я здесь нахожусь, тем чаще ворон меня будет ловить и пугать. В общем, у меня есть идея. Что если мы сейчас здесь... Спокуха. Мы сейчас здесь поставим камеры. Камеры, камеры, камеры. Главное, чтобы нас ворон тут не спалил. Что мы камеру устанавливаем. Одну вот сюда поставим. Так, так, так. Другую вот здесь поставим. Ой, это фонарик. Давай, ставься. Вот так вот. Ага. И еще одну вот тут поставим. На машинах. Да блин, фонарик.
Почему нельзя? Оп-оп-оп-оп-оп, я слышу тебя. Не подходи ко мне. Да поставься к камеру, блин! Чёртова камера! Я все профукал. Ну, слушай. Учитывая, что у нас камеры были, ущерб от вандалов составил не так уж и много. Я заработал 460, так что можно сходить в Макзик, прикупить еще чего-нибудь. А именно мы купим наконец-то канистру с бензиком, которую мечтали получить. Еще возьмем камеру. Так. Что еще можем взять с собой? Огнетушитель у нас есть, веревки есть. Ну, чаечек возьмем обязательно, парочку баночек. И в принципе все. Я думаю, что этого нам будет достаточно. Ну что, погнали? Погнали вершить правосудие и отпугивать вандалов. Последнюю камеру я сейчас все-таки установлю туда, куда я хотел. Как же неудобно, конечно, переключаться. Да что ж тут? Почему нельзя на ролик было смену оборудования всего поставить? Почему мне нужно заходить в свой инвентарь и включать вот так вот фонарик? Это же беспонтово долго и неудобно. Кстати, надо чаечек попить. Долбанный фрон. Чаечек, чаечек. Сейчас мы попьем. Пока мы тут тусим, вот так вот упиваем, и мне становится спокойнее. Чай с травами, с ромашкой. Так, камеру сейчас мы поставим тогда вот здесь вот. Вот, камера будет. И еще одну камеру я поставлю вот здесь вот. Вот таким вот макаром. Вот, все, камеры все установлены, отлично. Видеонаблюдение у нас врублено. Теперь можно быть спокойным. 340 мы с тобой заработали. Идем в магазин, и я хочу купить здесь еще одну лампочку. Лампочку беру, беру кабель. И сегодня мы запустим с тобой генератор. Главное, чтобы сегодня не было поджигателей. Это очень важно. Я хочу, короче, поставить лампу возле вот этих вот домов, которые часто ломают. Хотя это сложно назвать домами, это какие-то ларьки-марьки. Вот здесь вот фонари поставлю сзади дома. Сзади дома моего. Втыкаем здесь генератор. Вот так. Теперь ставим лампочку. Вот сюда. Отлично. Только не в ту сторону как-то она поставилась. Там же ворон носится. Вот так вот сейчас поставим. О, отлично. Теперь нам нужно взять кабель. И все это подключить. Так, запускаем. Отлично. Свет есть. Еще одну лампу я поставлю, наверное, вот здесь вот. Надеюсь, что у меня хватит провода, а если не хватит, то это будет печаль. Не, не хватает. Вот это максимум длина этого кабеля. О! Это я что залез? Офигеть, я с фонаря как-то смотрю на себя. Подожди-ка, это как так? Можно я просто заберу розеточку? Можно? Вот так вот. Прикол, да? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. А, я могу поворачивать. Вон оно что. Вот это прикол. Вон он, ворон на меня смотрит. Там, кстати, моя веревочка. Ставим еще одну лампу. Лампу вот сюда. Я думаю, она дотянется. Теперь берем кабель. Кстати, что-то кабелей мало у меня. Я же брал больше. Опа, ворон сзади был. Я его слышал, засранец. У меня там, кстати, валерьяночка где-то была. Да, сейчас мы ее выпьем. И все будет пучком. Пьем валерьянки, все шикарно. Долбанный ворон. Я кабель там оставил. Ну ладно. Вот он этот кабель. Я его поднимаю. И устанавливаю. Вот. Свет горит. Мы направляем его. Ай! Я же направил на тебя свет! Генератор у меня там работает. Надо посмотреть, сколько у него топлива осталось. Возможно, его надо будет заправить уже скоро. Так. Я почти добежал. Почти. Вот, я добежал. Одна лампа не горит. А чё она не горит? Эй, а, во, горит. Все горит. Все нормально. Ого. Так, эта лампочка у нас будет в эту сторону. Кто там? Ой, горит, ай, горит. Опа. Ворон. Че, попался в западню, да? Попался? Лови фонарик. Ой, на тебе проводом. Да что такое-то? Получай. Вот тебе чаем еще, валерьянкой. Вот так вот я тебя закидаю нафиг. Обожгу. Оболью бензином и зажгу нафиг. Бензик мой, верни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот ты, да?
Я тебе, значит, подарочки принес, как Дед Мороз, а ты меня поймал, скотобаза. А, черт, он рядышком. А я весь арсенал свой скинул. Так, бензик, где моя лампа? Тут все, тут все. Вон, ключики у меня болтают, смотри. Виу-виу. Прикол. Че, вроде бы все забрал. Выпьем валерьяночки. Берем фонарик. Все светит, все отлично. А, так, ну что, полезли наверх, наверное, пока здесь у нас машина. А, ворон хотел зацепить меня за задницу, да? Но сперва надо посмотреть, что там по генератору, сколько топлива-то осталось. Топливо еще нормуль, середина. Да чтоб тебя, ворон. Так, где этот подъем у нас? Вот он, этот подъем. Лезем туда наверх. Чертовы батарейки, опять фонарик сел. Самый неподходящий момент. Закрываем дверь, чтобы ворон за нами не забежал. Кстати, я не знаю, ворон умеет дверь открывать или нет, как ты думаешь? Итак, что я хочу? Я хочу взять веревку и попробовать зацепиться вон там. Можно как-то это? Да не здесь! Как бы мне зацепиться-то, а? Как бы мне не грохнуться вниз? Я ощущаю себя сейчас паркурщиком. Вон там веревочка зацепится, нет? Не зацепится. Выпрыгиваем. О, нифига себе! Ху-ху-ху! Я думал, я сейчас грохнусь. Так. Кстати, ворон пытается открыть двери. Есть, мы сюда перелезли, отлично. Е-е-е. А двери, кстати, я смогу открыть здесь изнутри? Не, не смогу. А, ворон! Ворон дверь открыл! У него есть ключи, смотри. Его клюв здесь. Чертов ворон. Закрой двери. Нельзя тебе сюда. Суешь свой клюв не в свои дела. Забегаю в фуникулер. Тут у нас есть какие-то кнопочки. Ну-ка. Отлично. Сейчас мы поедем. Куда-то мы поедем. Да блин, я застрял. Сейчас мы поедем. А, почему все на весу? Как-то все это странно. Здесь эти кнопки нажимаются, но они отпрыгивают обратно. По всей видимости, этот драндулет не ездит. Да что ты будешь делать? Так, сюда бы перепрыгнуть. Вот так вот. Эй, а я уже не тут. Эти двери я не буду открывать. Может быть, если их не открою, ворон их не сможет открыть. Вон он трется там. Так, что мы имеем здесь? Нам нужен какой-то лом или что-то такое, что сможет отломить вот эти металлические пластины, которые закрывают эти двери. Или, может быть, этот фуникулер поломан, а? И в него, в принципе, нельзя залезть. Твою ж налево. Он смог сюда зайти, этот ворон долбанный. По всей видимости, чтобы запустить фуникулер, нужно чего-то включить сперва. По всей видимости, мы должны как-то зайти сюда и там что-то включить в этом помещении. Как нам туда залезть? Может быть, вот через вот это вот дерево? Нет, я так не могу на дерево запрыгнуть, блинский. Короче, вначале я запрыгиваю вот сюда. Вот! Вот как это работает. Все, мы попали. Отлично. Здесь закрыто все равно. Сюда ворон не попадет никаким образом. А вот и кнопочки. Один и два. Что это означает? Это значит, наверное, запуск первого фуникулера. Ну, давай, наверное, нажмем первый. Еще бы знать, куда эти кабели идут. Давай поднимемся наверх. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Двери, естественно, закрыты, да? А, сюда идут те самые кабели от кнопок. Так. Значит, нужно здесь какую-то комбинацию придумать, да? Что-то горит. Ну и ладно, фиг с ним. По всей видимости, сюда нужен генератор. Чтобы запустить всю эту панель, пока там ворон вкуривает, как сюда добраться, мы поставим здесь генератор. Аккуратненько вот так вот. Втыкаем теперь кабели. Точно. Кажется, я все правильно предугадал. Запускаем. Нажимаем кнопку 1, кнопку 2. Все. Все открылось. Там все заработало. Все пучком. Поднимаемся. Единственное, я забыл фонарик, ну да ладно. Вот. Но двери не открываются. Что нам нужно тут сделать? Какой-то лифт открылся. Точнее, не открылся, заработал. Это хорошо, конечно. А как туда попасть? Хочу попробовать... О, кнопки отжались. Они сами со временем отжимаются, этот поворот. Хочу попробовать покрутить вот эти вот штуки. Вот так вот крутим. Не, нифига, так не получается. Короче, их можно крутить, вертеть, но что они дают, кто ж их знает-то. Ну что, я в полном замешательстве. Что делать дальше?
Если ты в курсе, то обязательно пиши об этом в комментариях. Ну а на сегодня все. Тебе спасибо за просмотр. Не забывай ставить свой классный лайк под этим видео, если тебе нравится. И подпишись на канал, если еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.